Всем привет! Приехала посылка. Это из Турции у нас. Просили, чтобы адрес не был видно, то закрыл. Из города Измир. Не знаю, может кто-то там отдыхал. Так, это уберем. Итак, посмотрим, что там у нас из Турции. Сразу скажу, очень долго ехала посылка, и я уже вижу даже сантусы с рабочими. Не знаю, но у меня такое ощущение, что что-то за палец ужалило. Так, здесь у нас трупик. Здесь все хорошо, и с рабочими даже. Сегодня будет кормление. Кормление, но мне не нравится то, что практически они без воды. Здесь второй мертвый, третий мертвый. Вот еще. Еще. Ну, понятно, посылка где-то 16 дней ехала. А у нас сейчас жара, если честно, даже удивлен, что с ними все хорошо. Это у нас все компонатусы сантусы. Живая, но запуталась. Потом нужно будет пограться, распутать. Так. Следующее. Мертвая. Здесь все хорошо. Остальные нормальные. Так. Просили показать, я бы уже дальше не снимал, но нужно. Мне нужно было поставить какую-то коробку взять. Так.
Ну, некоторые уже с рабочими бегают. Вот здесь видно. Хорошая колония. Так, пока я только санктусов вижу. Это у нас сантусы. Так, здесь мертвая. Это живая. Так, еще сантусы. Есть тропик, и здесь. Позднее уже тайландскую буду открывать посылку. Там тоже очень страшно смотреть. Но смотрю, большинство живые. Большинство сантусов живые, даже очень хорошо. Смотрите. Так, а здесь у нас походу нодусы жарились. Так, сантус. Так, здесь у нас катаглиф и снодус. Печально. Разлетелись. Не, нодусы не выжили. Даже, если честно, нет образца нормального. Нет. Катаглиф и снодус все мертвые. И что ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. На этом все.